Ушла эпоха, всем выжившим привет. И сегодня я хочу сказать, а почему Roblox начал удалять волосы? У меня вопрос, я покупала волосы за 85 робаксов, значит. И он такой, наверное, надо удалить волосы. Ну, и другим игрокам поудалили волосы. Я такая думаю, а что это у меня серые волосы? Ну ладно, карта не прогрузилась, перезашла. А у меня в аватар-шопе эти волосы забанены. Хотя ладно, не суть в этом видео. У меня вопрос, почему срисовка это считается теперь за арт? Например, я думаю, что многие знают Леру, ну или Лерчик. Она довольно популярна в ТикТоке, в лайке. У нее где-то 1 миллион, у нее еще есть один аккаунт. Я не помню, как он точно называется, но вроде Лерчик официал. И это считают за арт. Срисовывают ее предыдущий арт, и сейчас вы видите примеры на экране. У меня вопрос, люди, почему вы это делаете? Типа, срисовка это круто, это нифига не круто. Я надеюсь, что люди одумаются и не будут больше рисовать такие подобные арты. Ну, же рисовывают у кого-то другие арты. У меня вопрос, зачем вы так делаете? Вы не можете свой стиль придумать? Ну, типа, зачем вы делаете людям, да еще удивляюсь, людям, которые покупают это. Они реально покупают за всякие разные цены. Они покупают эти арты. Люди, когда это вы делаете, которые покупают, вы хоть задумываетесь, за что вы платите деньги или же что-то еще. Всем удачи, пока.